Всем привет! Для тех, кто первый раз меняет масло, короткий ролик. Машина Duster 2.0, 2014 год. Откручиваем вот эту штуку, пробочку, спускаемся вниз. Спустились. Вот наш двигатель, пробка. Предварительно покупаем вот такой ключ. Сейчас я вам наведу на него. Вот такой вот. Другим не открутите. Пробка вот такая. С квадратом, видите. Делаем канистру. Подставляем, сливаем масло. Оно сливается, капает. Дальше опять идем вверх. Откручиваем фильтр. Фильтр находится вот там. У меня там сейчас. Вот такая вот борода. Это я для того, чтобы я газовал. Тут было очень грязное масло. Я газовал, чтобы вышли остатки, и ставил эту штуку. Значит, чтобы снять фильтр, скорее всего, у вас это не получится, если вы ставили вам на СТО сделать. Поэтому покупаем вот такой универсальный съемник. За 500 рублей на рынке. Тоже вместе с ключом. Оставить фильтр будем от руки самостоятельно. Без всяких утяжек. Ну, соответственно, сняли фильтр. Потом его поставили уже без этого съемника. Закрутили внизу пробку, налили масло по уровню. Щуп у нас находится вот здесь. Все. Всем спасибо, всем пока. Да, и кстати, по поводу масла. Для этих автомобилей есть аналог оригинала, которое часто подделывают. Вот такое масло Motril. Вот вам артикулы. Ну, потом сами уже найдете. Стоит что-то 1300 рублей. Нормально. Вот теперь всем точно пока.